В центре громкого коррупционного скандала оказался вице-премьер правительства Омской области. Как сообщили в Следственном комитете, Юрий Гамбург задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. По материалам дела, несколько лет назад, когда чиновник занимал пост директора департамента имущественных отношений областной администрации, он передал в собственность коммерческой структуре и частным лицам более 20 земельных участков по заниженным ценам. Ущерб составил почти 500 000 000 рублей. Предполагается, что соучастником Гамбурга был тогдашний министр имущественных отношений Омской области Вадим Меренков. Он объявлен в розыск.